Всем привет, народ! И в этом видео хочу с вами поговорить про такие вещи, которые, в принципе, можно сказать, что заруинили такую игру, как World of Tanks. Казалось бы, они простые, но они очень глубокие и начинаются с самого начала. И приводят к таким масштабным последствиям, которые просто не дают возможность находиться в боях этой игры, потому что их содержание крайне отвратительное. Первый и начальный такой косяк, он, конечно, не сказывается сильно на содержании боев, но он отталкивает новичков. Да и в целом немного, да, делает какой-то осадок противный. Это то, что в игре World of Tanks скилл нужно не только развить как игроку, потратив на изучение игры какое-то время и обучившись необходимым навыкам для нагибания всего вокруг. Но также в этой игре еще нужно выкачать необходимые перки в экипаже, необходимые танки и вывести их в топ. А все это занимает очень большое время. Также еще нужно обладать определенным ресурсом серебра. И если все это делать без вложения реальных денег, занимает очень длительное время. Казалось бы, какая разница, влаживаешь ты деньги или не влаживаешь, ты все равно в игру играешь, значит, можно не вкладываться. Но фишка в том, что находиться в бою на стоковом танке, причем против врагов, которые на уровень или на 2 выше, причем и так будет почти 90% боев, крайне отвратительно. Ты просто чувствуешь себя вообще беспомощным и бесполезным. Ты тупо находишься в бою, ждешь, когда он кончится, потому что ты ничего практически не можешь, чтобы пойти в следующий бой, провести там точно так же увлекательно время, чтобы когда-то там выкачать какой-то модуль и с ним точно так же страдать. И все это приходится переживать новичкам игры, которые гнобят тех, кто уже все это прокачали, сидят с экипажами на прокачанных танках и просто на фул голде с доп пайками крошат новичков. Хотя, казалось бы, разработчики делали так, чтобы новички попадались новичками, но начав новый аккаунт, я заметил, что каждый бой чуть ли не половина игроков в команде — это не новички. Это очень большой осадок. Есть определенные танки, которые вообще невозможно прокачивать. Они тупо отвратительные и просто капец. Есть некоторые ветки, которые попроще качаются. Но если ты новичок этой игры и не смотрел какие-то гайды, даже если посмотрел, не факт, что ты посмотрел нужный гайд, не факт, что ты его понял и начал качать легкую ветку, которая легко качается. Даже я, повевшись на свои какие-то давние мысли и общее мнение, сказал, что ветка советских тяжелых танков подходит для прокачки новичков. Я попробовал качать эту ветку, я чуть с ума не сошел. Ее вообще невозможно качать. Особенно 5 уровень. 4 уровень — прикольный уровень, Т-28. 5 уровень КВ-1 и КВ-1С, я чуть не сошел с ума, что это такое. Их гнобят буквально все. Арта, фугасы, фугасницы, ОИ всякие, КВ-2, все это тебя ваншотит. На голде там танки без КД какие-то просто за 3 секунды тебя убивают. Играть вообще невозможно, если ты новичок без экипажа и качаешь эти танки с нуля без доната. Но с другой стороны, я начал качать ветку Кромвеля и заметил, что на ветке Кромвеля абсолютно легко все качается. Да, немножко погорела жопа, когда танк полностью стоковый и меня 12 раз подряд кинуло в самое днище, будучи на полностью стоковом танке, на экипаже, который не то что не имеет перков, он даже не 100%. Как это переварить новичкам, я не представляю. Только на том, что это для них все новенькое, и танчик едется, колесики крутятся, а нажимая ЛКМ, пушечка делает пух-пух. Только на одном этом энтузиазме новички должны куда-то качаться, неведомо куда. Я, честно говоря, вообще не знаю, как в игре World of Tanks получаются новые игроки. Там просто жесть какая-то. Тебя сразу кидают тупо в ад против всяких прокачанных чуваков. Это жесть. И при этом при всем планка по ВН-8 и по урону на КВ-1 и КВ-1С находится примерно на таком же уровне, как на Кромвеле. Убогие тяжелые танки 5 уровня за 1000 урона получают примерно такой же ВН-8, как Кромвель за тоже 1000 урона. На КВ-1 и на КВ-1С нужно чуть больше 1000 урона, чтобы быть фиолетовым. То же самое на Кромвеле. Серьезно? И не зря я на сайте пролазил там определенное время, чтобы посмотреть некоторые ветки по ВН-8 и понять, какие ветки
в моем понимании, удобные и интересные в прокачке. Плюс еще по ВН-8 они очень хорошо и легко набивают его. И мне кажется, что новичкам лучше вообще не качать эти советские говнотанки, а сразу начинать британские СТ качать. Потому что это просто жесть. Да, советские тяжики, они прикольные. Но где-то с 8-го, а лучше с 9-го уровня. Внизу это просто какой-то бред. Следующая проблема, которую я уже немножко затронул. Это игроки, которые наиграли уже большое количество боев. И если посмотреть, что они делают в боях, то очень большая часть старых игроков тупо, откровенно сливают бои в нулище. Статистика у них отвратительная. И причем они сливают эти бои каждый раз. И это не один игрок в команде. И неважно, он в союзной или вражеской. Их всегда как минимум несколько. А то и бывает и пол команды. Таких вот опытных, казалось бы, игроков, которые уже должны что-то в голове у себя понять про эту игру. И если им не нравится геймплей этой игры, они бы должны были бы ее оставить. Но, играя в игру World of Tanks, люди с большим количеством боев, играя отвратительно, продолжают в нее играть и сливают бои в нулину. К этим игрокам прибавляются еще новички, и бывают бои, когда просто ты отъезжаешь от базы, все, бой закончился. Потому что накладываются новички на таких вот старичков в одной команде, и они просто исчезают за одну минуту. Боя вообще не происходит. И таких боев все больше и больше. Когда на первой минуте 4-5 танков вливают в нулину. Потом уже получается турбослив и боя вообще нет. И все из-за таких вот старичков, которые вообще не в адеквате. Если вам не нравится или вы не понимаете геймплей этой игры, зачем вы в ней находитесь несколько лет. Обратите внимание, на первой минуте всегда сливается несколько дурачков и начинается турбослив. Ну или турбо победа. Вы посмотрите, кто эти игроки. В других играх люди, которые поиграли какое-то время, уже наиграли какой-то скилл, они начинают играть более активно, потому что, ну, скучно, они уже почувствовали кровь на руках, они такие скилловики, тыры-пыры тролливали. Но наоборот, с ними интереснее играть, потому что они что-то начали уметь, и ты у них можешь перенять какие-то навыки, и игра становится активнее и интереснее. А пока игроки начинающие, они более такие сдержанные, переживают за своего персонажа или за свой танк, за свое ХП, они волнуются. Когда проходит время, они уже немного приблатыкались к игре, играть начинают более дерзко. Но в игре World of Tanks играть более дерзко, это скорее всего фатальная ошибка. Поскольку в этой игре очень сильно нивелируется скилл ВБРом всяким разным. Плюс еще в игре есть арта. Поэтому всегда нужно иметь какое-то укрытие, либо план отступления. Потому что даже если все идеально, ВБР может тебя наказать. Казалось бы, ты все делаешь правильно, но не получилось. И все. А у тебя за раз может столько ХП отлететь, или танк вообще может сгореть или взорваться. Поэтому рисковать нужно крайне редко, когда ты полностью уверен в себе и в том, что ты делаешь. Когда есть нужная ситуация в бою. Но посмотрите, что делают эти игроки каждый бой. Они тупо ливают полностью в ноль. Через бугор по центру карты вываливаются. Или вообще выезжают в открытую дорогу и умирают. А боев у них очень много. Ладно, там новичок ошибся. Он этого всего не видел. Он не знает, что будет дальше. Поэтому он может ошибаться и будет ошибаться. И на мой взгляд, что раньше, когда я начинал играть, танки были дисбалансны и не сбалансированы. И арта всех бесила. И карты были тоже дисбалансные. Сейчас ничего не изменилось. Все точно так же. Просто некоторые танчики чуть-чуть подапали. А некоторые забыли. То же самое, просто танки дисбалансные, карты дисбалансные. Но не было вот таких вот игроков, старых, с кучей боев, которые ливали в нулище. Посмотрите на европейский сервер. Там люди играют хуже, но с ними интереснее играть. Да, у них тоже бывают турбосливы, потому что у них тоже есть такие дурачки 50-тысячные, которые играют как вообще неадекват, просто умалишенные. Но у них турбосливов намного меньше. С ними приятнее играть. Они переживают за свой танк, они пытаются играть в геймплей World of Tanks. Они не пытаются изобразить какой-то Mortal Kombat в танках. Они не врываются по центру, там прыгая со скалы куда-нибудь. Они играют в аккуратную позиционную игру. Да, они слабенькие, да, может, они что-то не понимают, но они не конченые. По-другому я не могу сказать. Как нужно было изначально бороться с такими вот игроками, я даже не представляю. Не надо было им опыт и серебро давать за нулевой результат, чтобы они в своей башке понимали,
понимали, что, ну блин, я ничего не получил, нафиг так играть. Надо собраться с духом, что-то делать. Надо вывод какой-то делать, смотреть свои реплеи, разбираться, в чем ошибка, и не повторять ошибки. Да и если бы не давали бы серебро и опыт за нулевые результаты, люди бы не докачивались до высоких левелов. А потом, когда они докачались и там имеют по 30% побед на десятках и средний урон по 900, они бы не возвращались в песок и не сливали бы бои в нулину. Не покупали бы прем-танки и не сливали 8-й еще уровень. Куда они не полезут, они везде сольют бой. И все режимы тоже, которые в картохе появляются, они точно такие же. Они для таких вот игроков. Такое ощущение, что разработчики понимают, что CA картошки, старенькие игроки, они вообще не могут играть в World of Tanks. Поэтому такое ощущение, что они делают для них режим по блату, чтобы они просто играли в него, точно так же, как они играют везде плохо, и при этом получали еще продвижение в этом режиме и какие-то награды. Хотя они вообще ничего не делают, они просто время там отбывают. Таким образом, разработчики еще больше продвигают такой вот безалаберный геймплей и игру абы как, чтобы они продолжали так вот по-дурацки играть. И таких людей накапливается, а хорошие игроки, они немного отсеиваются. Нереально так играть в такой геймплей. Все больше и больше старичков, хорошо играющих, отсеивается. Либо они там в укрепах оседают и в рандом не заходят. Либо вообще из игры уходят. Остаются только вот такие вот психи, которых по-другому не назовешь. И новички. И кроме турбосливов сейчас в игре нету вообще ничего. Ну и третья проблема, которую я тоже уже немножко зацепил, это новые режимы в игре World of Tanks. Они всегда не заходят, они всегда ужасные, но последние режимы немножечко начали заходить игрокам, хотя они ничем не лучше, чем старые режимы. Еще и картошка умудрилась, так сказать, развлекательный режим, один из, ну вы так поняли, про футбол идет речь, они еще и его умудрились запороть и сделать из него то же самое, что они делают из всех режимов. Просто накатывание в неадекватном конченном режиме количество боев для награды. И такие режимы в картошке все. Ты просто в них проводишь много времени, получаешь какой-то сырой кривой режим, в котором в принципе-то геймплея никакого нету интересного, никакой новинки, просто бредятина. Но ты получаешь какие-то награды за это. И будучи старым игроком в этой игре, нормальным, адекватным, никакого удовольствия от новых режимов ты не получишь. Это просто какой-то бред. Непонятно вообще, для чего сделаны новые режимы. Я просто не понимаю. Просто раздать какие-то плюшки, что люди в нем побыли? А в чем смысл этого режима тогда, я не понимаю. Они же вообще никакие. Сырые, кривые. Да ладно, если бы они были сырые, кривые. Так они же не интересны, они никакие. Просто ни о чем. А этот ранговый режим для скилловиков, он же вообще ужасный. Там давали опыт за то, что ты просто стоишь на первой линии возле врагов. Серьезно? То есть скилл в игре World of Tanks находиться просто впереди? Это просто отвратительно. Линия фронта, это просто капец. Может быть, концепция или общая какая-то задумка, может быть, она рабочая. Но то, что я увидел в этом режиме, это просто какая-то бредятина. Просто вывалили на большую карту какой-то фигни. Пусть там люди барахтаются, за это мы им кучу серебра дадим. И я не говорю про то, что оно вообще такое залаганное, и FPS-а нету даже на мощных компах. Там самого геймплея тоже-то особо нет. Единственный проблеск какого-то геймплея был в королевской битве. Я не устану это повторять. Там реально можно было развивать скилл. Там всегда ты находишься в бою. Там тебе нужно смотреть на карту, ворочать головой туда-сюда. Ты всегда находишься в режиме в боевом. Ты всегда в экшене. Ты всегда получаешь какие-то эмоции. У тебя что-то происходит. Там реально было интересно. Но это не свой режим. Они его взяли на стороне. Как сейчас делают многие. Я не вижу ничего в этом плохого. Главное, чтобы они сделали так, чтобы было интересно в их игре находиться. Поскольку потратить столько времени на эту игру и видеть, как она прям на глазах рассыпается, это, конечно, не очень. Вот такие, на мой взгляд, три проблемы в этой игре. Пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете. Мои мысли, в принципе, вот такие. Всем спасибо за внимание. Играйте красиво. Пока.